Сейчас я слово передаю нашему собственному корреспонденту в Мирном Евгению Тайтонову. Доброе утро, коллеги. Мы сейчас находимся в избирательном участке юбилейный номер 292 в Доме культуры «Алмаз» в самом центре города Мирный. К 8 часам утра, к моменту открытия избирательных участков, тут уже образовалась очередь. Как сказали члены Центральной избирательной комиссии, такого не наблюдалось никогда. И к этому моменту уже проголосовали более 30 человек, что является рекордным для данного участка в это время. Выборы президента Российской Федерации заранее были подготовлены. Наш участок находится на втором этаже в ДК «Алмаз». Все ребята избирательной комиссии в количестве 12 человек подошли вовремя, начали вовремя принимать наших избирателей. У нас есть список, который мы получили в территориальной избирательной комиссии, в котором 183 человека. Это люди с разных регионов России, которые заранее подали заявление для того, чтобы проголосовать по месту нахождения. Поэтому мы принимаем людей, которые относятся к нашему участку.